Стали известны подробности появления в Междуреченске так называемого кванториума. Это площадка, которая станет для школьников местом изучения программ повышенной технической сложности. Предполагается, в детском технопарке будут работать 5 лабораторий, а также шахматная гостиная, зона проектной деятельности, полигон для робототехники. Кванториум даст знания будущим ученым и инженерам. Обучаться смогут около 2000 междуреченских школьников. Отмечу, в Кузбассе уже есть 2 таких учреждения – в Новокузнецке и Кемерове. В 2021 году третий появится в Междуреченске в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка. Нацпроект образования». Оборудование технопарка обойдется в 73 миллиона рублей. Это федеральные и областные деньги, сообщают в пресс-центре городской администрации. Расположится кванториум в здании ЦДТ на Брянской.